Я всех приветствую на своем YouTube-канале. Сегодня у нас видеообзор такого вот простейшего кнопочного телефона от фирмы Nokia, модель 105. Данный телефон, чем он полезен, он может использоваться на объектах с повышенной информационной безопасностью. В данном телефоне нету фотоаппарата. Что хотелось бы сразу сказать, качество изображения на экране ужасное. Поэтому, если вы хотите телефон немножко получше с экраном, берите немножко модель побольше. С большим экраном там четкость будет гораздо лучше. Да, кстати, из единственного плюса здесь есть радио, которое работает без наушников. То есть включается, можно его использовать таким вот образом. В комплекте у нас идут наушники обыкновенные проводные. Так, что у нас еще есть? Инструкция, которую никто не читает. Так, потом зарядное устройство, которого в комплекте среди смартфонов уже нету. Так, ну и сам телефон. Вот телефон Nokia. Довольно-таки хорошее такое отображение. Давайте его запустим. Сим-карты здесь нету. Изображение кажется хорошим, но на самом деле качество изображения сильно крупинистое. На экране оно довольно-таки хорошее. Вот включаем радио. Радио играет довольно-таки громко. Радио не прописывается. Среди настроек есть фонарик. Ну, светит он так, чтобы в яму не упасть. В принципе, так неплохо. Включим его. Так, среди настроек, что у нас радио есть, журнал вызовов, контакты, часы, фонарик, змейка в качестве игр, календарь, сообщения и, конечно же, калькулятор. На сём содержимое заканчивается. Телефон рассчитан на две сим-карты. Четкость принта неплохая. Клавиши подсвечивается в темноте. Корпус такой простенький. В принципе, что хотеть за такие деньги. Его приблизительная стоимость равна порядкам порядком 20 евро. Так, такой вот телефончик. Вот тут находится штучка, которую можно обыкновенным ногтем пальцев сковырнуть, и крышка открывается, и у нас открывается доступ к аккумулятору и сим-карте. Вот мы тут видим аккумуляторик такой. Здесь также мы видим слоты для двух сим-карт. На этом преимущества данного телефона заканчиваются. Вкладываем назад и закрываем крышечку. Так. Открывается очень быстро он. Вот такой вот простенький телефончик от фирмы Nokia. Я всех благодарю за просмотр. Всем огромное спасибо.